На днях детская слэдж-хоккейная команда «Адал» вернулась в Чувашию с серебряным кубком Всероссийского фестиваля. Он прошел в Олимпийском парке Сочи. Фестиваль детской слэдж-хоккейной лиги объединил 16 команд из 14 регионов России, от Красноярска до Санкт-Петербурга. В зависимости от уровня и игрового опыта команды разделили на 4 дивизиона. Слэдж-хоккеисты из Чувашии сражались во втором. В подборочном туре они провели 4 игры. В финале наши ребята на льду встретились с соперниками из подмосковного города Одинцово, командой «Умка». Но уступили со счетом 3-0. Команда «Адал» из Чувашии завоевала серебряный кубок детской лиги. И в качестве приза ребятам вручили сертификат на приобретение спортивного инвентаря и экипировки. По оценке судей, в числе лучших вратарей турнира – голкипер чебоксарской команды Иван Шестаков. На данный момент он является лучшим вратарем детской сборной России по слэдж-хоккею. Специального приза как лучший игрок турнира также удостоился юный чебоксарец Михаил Козлов.